Привет, друзья! Вот вы и вновь на канале Makita PT. Большие молодцы, что заходите сюда, смотрите наши обзоры, и они вам безумно нравятся. Сегодня у нас простая в использовании угловая отрезная машина по бетону, иначе еще ее называют бороздодел, то есть что-то делающее борозды. Штраборез тоже называют данный агрегат. В общем, это 4114S, предназначен для сухого реза, и буква S означает плавный пуск. Есть еще модели без буквы S, которые плавным пуском, соответственно, не обладают. Состав этой, казалось бы, на первый взгляд, огромной непроворотливой синей картонной коробки, которая не так уж на самом деле тяжела на подъем, входит упаковочный картон, 3 штуки, 3,5. Документы, сертификат, паспорт. Ключ на 17, если вдруг вы его потеряете, это для съемного алмазного диска. Ну и несложно заметить, что он торцовый. Ну и сам наш хедлайнер, ради которого мы с вами здесь собрались. Штраборез Makita 4114S решает задачу прокладки канавок, штроб в минеральных стройматериалах, таких как бетон, камень и кирпичная кладка. Электроинструмент с мощностью привода 2400 выполняет в материалах пропилы со скоростью вращения алмазного диска штробореза на холостом ходу на уровне 3500 оборотов в минуту. Для плавной и безопасной работы присутствует система сцепления SuperJoint. Толстый двухжильный шнур, каждая жила по 1,5 квадратных миллиметра, имеет длину 2,5 метра. Ну и как и сам инструмент, конечно же, обладает двойной защитной изоляцией. Выключатель на рукоятке просто так не включается. Вот его защита. Вот тогда вы его сможете включить. Ну а так как инструмент обладает ранее упомянутым плавным пуском, то он запускается абсолютно мягко. Хотя электрическим тормозом он не оборудован, и поэтому стоит дождаться полной остановки двигателя, прежде чем его положить. Регулировка глубины пропила регулируется вот этим барашковым винтом. Вот у нас здесь присутствует шкала. Максимальная глубина достигает 125 миллиметров. Для контроля правильности следования намеченной линии на основании есть вот такая выемка. Ограждение диска должно регулироваться таким образом, чтобы его закрытая сторона была всегда направлена к оператору. Здесь у нас до 80 градусов доступен диапазон. Для съемки и установки диска вам понадобится фиксатор вала, кнопочка находится на корпусе редуктора. И тот самый ключ торцовый на 17. Здесь у нас обратная схема, то есть по часовой мы откручиваем. Снимаем крепление и внешний фланец сразу же. Здесь у нас еще один фланец. И вот сюда у нас ставится диск, посадка 25 и 4. Сам же диск у нас в комплект данного агрегата не входит. Вам понадобится здесь алмазный диск размером 355 мм в диаметре. Ну и посадочка, как я уже и сказал, 25,4 мм. База здесь у нас достаточно широкая, соответственно, рез будет стабильным и плавным. Система пылеудаления у нас находится здесь в сторону от оператора. Сюда можно поставить строительный пылесос, ну, либо закрыть вот этим предохранителем, чтобы в вас ничто не летело. Доступ к угольным щеткам находится с обеих сторон по бокам корпуса, вот под такой резиновой накладкой. Откручиваем колпачки и меняем наши щетки, как только они износятся хотя бы одна, меняем мы их парно, щетки 204. Габариты инструмента 673 на 240 на 329 мм, вес 10900. Страна-производитель Япония. Благодаря уникальной конструкции инструментом довольно удобно управлять. Его удобная прорезиненная рукоятка позволяет его держать под любым наклоном. Поэтому
Любые операции типа резка бетона, гранита или иного камня, это, конечно же, сюда. Приобрести данный штроборез вы можете на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Не забудьте перед этим нарисовать парочку лайков, комментариев, подписаться на наш канал и надавить на колокольчик, чтобы не пропускать следующие обзоры.